Обязательно держите монеты на подоконнике. Существует немало суеверий, связанных с деньгами. И мало кто задумывается, что даже богатые люди им следуют. Ведь чтобы обрести финансовое благополучие, одного труда недостаточно. Прислушайтесь к народным приметам, проведите магический ритуал, и вы заметите, как активизируется ваша финансовая энергия. Привлечение богатства. Магические обряды наделяют удачей и открывают новые возможности. Но чтобы магия сработала, нужно правильно настроить мысли и эмоции. Эзотерики считают, если вас постоянно угнетают мысли о нехватке средств, то вы обречены на неудачу. Прибегая к ритуалам, поддерживайте позитивное мышление и действуйте. Денежное дерево. Толстянка – это магнит для энергетики богатства. Чтобы притянуть удачу и процветание, при посадке растения бросьте в горшок 3 монеты. При этом произнесите: «Как монеты под землей остаются, энергию богатства деревцу дают, так и у меня деньги в доме множатся, не переведутся». Чтобы усилить финансовый круговорот, возьмите копейку от каждой заработанной суммы и положите ее у ствола дерева или на блюдце от вазона. Каждый раз, получая новый доход, заменяйте копейку. Чтобы зазвать в дом удачу и прибыль, свяжите красной нитью 3 китайские юани и подвесьте на денежное дерево. Монеты нужно периодически менять, чтобы деньги приходили быстрее и чаще. Безопасное место. Окна и двери – это места входа денежной энергии. Чтобы деньги в доме не переводились, положите на подоконник и под коврик у входной двери несколько желтых монет. Не оставляйте деньги на обеденном столе, все, что заработаете, будет проедаться. Также не стоит класть копейки на кровать. Считается, что люди будут болеть, а деньги уходить на лекарства. Зеркало. Зеркала накапливают и умножают энергетику предметов, которые в них отражаются. Чтобы доходов стало больше, оставьте на ночь у зеркала раскрытый кошелек с купюрами и рассыпьте рядом несколько копеек. После ритуала эти деньги нужно как можно скорее потратить. Расплачиваясь заговоренными купюрами и копейками, вы притянете финансовый успех. Полнолуние. Особой силой обладают магические обряды, проведенные при полной луне. Чтобы финансы притягивались к вам, в ночь на полнолуние возьмите вещи, которые чаще всего надеваете, вложите в один карман 3 монеты, а в другой – магнит. После этого зажгите свечу и позвольте ей полностью сгореть. В полнолуние можно заговорить талисман на богатство. А возьмите копейку, поднесите к губам и произнесите: «Как в эту ночь восходит полная луна, так и эта монета пусть притянет своих собратьев. Будут деньги приходить, не заканчиваться, быстро я разбогатею, пусть исполнится то, что сказано». Заговоренную монету нельзя тратить или давать в чужие руки. Ее нужно поместить в кошелек на 3 месяца. После этого ее можно будет потратить и провести новый ритуал. Одним из самых действенных считается обряд «Денежный дождь». А возьмите 50 монет разного номинала, прокипятите их несколько минут, чтобы избавиться от грязи и чужой энергетики. А в ночь на полнолуние полейте себя монетным дождем. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.